Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия. Совсем недавно я записывал видосик про аниму, в котором рассказывал, что эта ценная валюта нужна нам для постройки зданий. Но, как мы прекрасно знаем, для постройки зданий нужна и еще одна валюта, более уникальная и более труднодобываемая, ограниченная по своему количеству в неделю. Это очищенные души. Очищенная душа – уникальная валюта, которую можно получить в количестве 20 штук, в неделю, но при этом нам нужно тратить по 70 душ, по 22 души для постройки зданий. Это много, и приходится ждать много недель с целью того, чтобы все полностью построить. В обновлении 9.1.5 получение очищенных душ меняется полностью. Теперь это задание не ограничено по своему какому-то времени. Его можно взять, сдать, и так сколько угодно раз. Я вот сделал его на ПТР, и давайте сейчас все проверим. Подходим к мопцу, сдаем квест. Душу высасываются, идет вот эта анимация замечательная, прикольная, красивая. Окей. Но суть в том, что мы можем взять квест снова, и мы вновь его можем идти и делать. Это ли не чудо? Да это реально чудо. Теперь можно быстренько-быстренько все построить, быстренько построить фабрику Паганич, быстренько построить какие-либо другие здания в других ковенантах для выполнения достижений, для получения каких-то уникальных наград. К тому же, очищенные души можно получать не только с утробы. Их можно получать теперь из Таргаста. Мы же там тоже души освобождаем, и они будут засчитываться в квест. И вот можете убедиться в этом. Первая душа, вторая душа, третья душа. В целом, обновление 9.1.5 радует своими новинками, и обновление выглядит очень хорошим для тех людей, кто захочет поиграть впервые. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!